Здравствуйте, друзья, здесь Демитков Юрий. Продолжаю серию видео о том, какие кризисы я пережил и как их можно было использовать. Сегодня я хочу рассказать о том, как проходила деноминация с изъятием наличных денег у населения и как это можно было использовать. Итак, смотрите, в прошлом видео я рассказал о том, как проходила болезненно переход от социалистической системы к капиталистической. Был избран быстрый метод, революционный, тот, что предлагал Гайдар, быстрый отпуск цен, и он сказал, что рынок все устаканит. Вот. Но в чем была проблема? Цены резко взлетели. Денег, естественно, так сказать, в стране не было, но товары появились на полках магазинов. И это было очень-очень дорого. Население стало потихонечку возмущаться и говорили, что да, будет индексация зарплат. Индексация прошла, но, естественно, индексация не компенсировала всех потерь, но, тем не менее, чем завершилась индексация? Тем, что цены снова выросли. После этого прошла новая индексация, потом цены снова выросли, пошла новая индексация и так далее. То есть государство начало печатать денег и... Мы впервые столкнулись с ситуацией гиперинфляции, когда инфляция достигала там совершенно сумасшедших величин. И что делалось? Печатались деньги, все новые и новые, прибавлялись нули. Вот, и это надо было завершать когда-то. И как это было сделано? Смотрите, большинство людей... обожают наличку, потому что наличка — это здорово, это можно не платить налоги, можно все там в черную, деньги с охранник, когда они у тебя в кошельке. Друзья мои, это иллюзия, это игра с государством. А государство, вы знаете, в общем сказать, передергивает иногда карты. Вот, что случилось на этот раз. Министром финансов был тогда, или не финансов, или премьер-министром, я уже не помню, был Павлов. Это была павловская деноминация, так называемая. Деноминация прошла с изъятием денег у населения. Каким образом? Однажды мы просыпаемся утром, и нам объявляют, или там не утром, я не помню, объявляют, что, друзья мои, мы решили провести деноминацию денег, зачеркиваем 4 нуля на деньгах. Здесь ничего удивительного, потому что деньги были совершенно, уже там миллионы, миллиарды какие-то. Вот, но с этого дня все купюры старого образца становятся недействительными, значит, в обращение не принимаются, значит, по-моему, там то ли 10 рублей, то ли... не помню уже, какая купюра, вот конкретно самая распространенная купюра, не принимается к уплате, а принимается только нового образца. А вы, друзья мои, можете пойти в банк и обменять купюры старого образца на купюры нового образца, и вот эти новые купюры будут приниматься, но... Вы можете обменять налички не более чем на сумму, там, насколько я помню, 10 тысяч рублей. И такая, оба-на, а люди-то, так сказать, как бы наличку имеют, черный нал и так далее. И что это было? Да, и когда мы идем в банк, то, значит, мы идем с паспортом, мы меняем. Каждый человек может поменять не больше, чем 10 тысяч рублей, и там ставился... штампик на последней странице, хотя это недопустимо, это нарушение, значит, паспорт для этого не предназначен, но штампик ставился. Тем не менее, что человек уже поменял 10 тысяч рублей, и все, он свое выработал. Но
Как это ударило по мне? Да никак не ударило, потому что, ну, я уже тогда занимался вовсю, у меня уже был бизнес и приватизация, и тогда уже я бегал там, ну, на бирже, продавал ваучеры, в том числе и на бирже, вот, и бывал я там. И биржа выглядела совсем по-другому, чем сейчас. Это было тогда две биржи. РТСБ, это в здании Высшей школы экономики на Большом Старочановском переулке. И вторая биржа была ММВБ, она была, ну, основная, наверное. Это здание бывшего главпочтампа на... почтамта, на Мясницкой. Это то, что выросло в нынешнем МВБ, так сказать, или потом. Вот. Как это выглядело? И там это был большой зал, достаточно большой, в котором куча народу, у всех наличка. Половина из этого народа, наверное, бандиты, которые пасут людей богатеньких. Это было достаточно опасно. Вот. Наличка у всех. Вот. И все сделки проводились за наличку, при этом такой прикол, что разрешенные сделки официально за наличные деньги были в районе там 500 рублей, вот, насколько я помню, а, ну, у меня, по крайней мере, сделки были там в районе 20 тысяч. Ну, для справки, на эти деньги можно было купить там где-то одну или две квартиры. Вот, то есть вот прямо в самом центре Москвы, на Мясницкой, вот такие вот вещи творились, полностью за наличку все. И к чему я это говорю? К тому, что как важно иметь доступ на биржу в критические моменты. Смотрите, происходит изъятие денег у населения. Ну, что там, мы пошли, посчитали, там, ну да, там... 10 тысяч наскребли где-то, вот, обменяли свои деньги. Ну, у меня тогда уже гиперинфляция. Какие рубли, откуда? Доллары, вот. Но у людей-то были они, эти деньги. И, короче говоря, на бирже стали продаваться деньги. Рубли старого образца меняли на рубли нового на бирже. И... они меняли их не как в банке один к одному, а один к десяти. То есть за 1000 рублей новых можно было купить 10 000 рублей старых. А как вы помните, 10 000 рублей старых можно было обменять в банке на 10 000 рублей новых, но один раз на одного человека. Что мы сделали? Как мы это использовали, эту ситуацию. Вот, ну, тут же у меня, так сказать, пришла в голову идея, раз такой, так сказать, ну, в 10 раз можно заработать, соответственно, мы просто вот всех знакомых перебрали, всех, значит, там, кто есть, и всем предложили: слушай, ты уже поменял деньги? А у меня, говорит, нечего менять. Давай я тебе дам деньги, ты поменяешь. Он говорит: а зачем тебе? А ты на этом 1000 заработаешь. Вот, и вот таким образом там все дедушки, бабушки у нас, у всех знакомых, которые есть, поменяли эти деньги. Соответственно, я ехал на биржу, покупал, скажем, на 10 тысяч новых рублей я покупал 100 тысяч старых, находил 10 человек, то есть мои расходы там 1000 рублей на каждые 10 тысяч, плюс я 1000 рублей давал тому человеку, который просто, ну, за печать в паспорте, он идет, меняет эти деньги, отдает мне 9 тысяч. То есть очень даже хороший доход, но вы понимаете, что таких людей у меня было мало, естественно, то есть денег много я не заработал на этом, ну, человек там 10-15, может быть, вот, что, в принципе, ну, по нашим меркам уже не так много, но тогда у меня были совсем другие доходы, это была капля в море, но, тем не менее, удалось заработать. Как люди на этом делали деньги? Чуть позже я встретил одного какого-то человека, совершенно случайно, вот, и мы разговаривали с ним о былых временах, и он говорит: слушай, а ты на деноминации-то как бы заработал? Я говорю: ну, так, немножечко, так вот. Вот. Он говорит: а в Приднестровье не ездил? Я говорю: чё? Вот. Он говорит: в Приднестровье. В Приднестровье уже
даже после того, как у нас деньги перестали менять уже, все, то есть все, завершился это дело, а в Приднестровье, оказывается, ходили старые советские рубли, и на них вполне себе можно было купить товар. И он что делал? Он покупал на бирже вот эти вот старые рубли на новые, они тогда еще дешевле уже стали. Вот, и он миллионами их покупал, понимаете? То есть берет там на 2-3 миллиона новых рублей, покупает 20-30 миллионов старых рублей, грубо говоря. Это целая спортивная сумка. Вот, как попасть в Приднестровье? Это было очень опасно, друзья мои. Как попасть в Приднестровье? Есть вариант самолетом, но в самолет сумку денег не протащишь. Там же просвечивают. Поэтому он ехал на поезде. А на поезде там две границы, и как-то надо было это спрятать куда-то. Он прятал куда-то. Но, говорит, если обнаружат, там, ну, представляете, да? То есть Украина уже была... Вот так вот. Ну, там уже таможня была, две таможни надо было проходить. И еще одна таможня между Украиной и Белоруссией. А вот там был беспредел. Он говорит, что запросто могли просто, ну, там, военные власти, ну, и, соответственно, да какая власть? Нет никакой власти. Вот, и могли запросто просто, если обнаружить, просто вывести в кусты и расстрелять к чертовой матери, отобрать деньги. Вот, но он это делал, он заработал, несколько поездок таких сделал, он... сколотил хороший капитал. Да, было опасно. Вот такие времена были. Вот, вот так можно было использовать. И это еще раз говорит о чем? О том, что, ну, во-первых, наличка – это не всегда хорошо. Вот, и совсем недавно, вот год или два назад, то же самое произошло в Индии. В Индии тоже сплошной нал был, государство, я просто читаю новости, убеждает людей, значит, переходить на безнал, на карточки, люди от этого отказывались. Индийцы, индусы то же самое сделали. Они взяли и изъяли самую популярную купюру там, там в 1000 рупий, там, я не помню, сколько рупий. Вот, они взяли ее, изъяли, и точно такой же, так сказать, вариант с обменом, с изъятием. Все, они не принимаются старого образца, принимаются только нового образца, а поменять можно не больше, чем вот такое, как бы, количество денег. Поэтому вот это еще раз говорит о том, что, друзья мои, наличные деньги – это далеко не всегда надежно. Если ситуация запущенная, то, в общем, сказать, государство имеет возможность изъять у населения наличные деньги. Поэтому не играйте в азартные игры с государством, оно имеет свои козыри. Вот, а сегодня все. Спасибо за внимание. С вами был Демитков Юрий. Поставьте, пожалуйста, лайк, и следующее видео будет не менее интересным. Оставайтесь на моем канале. До встречи.